Ермак Тимофеевич был выдающейся личностью в истории нашего Отечества. В русском фольклоре его сравнивают с Ильей Муромцем, а в истории проводят параллель с Колумбом или Магелланом. В 1581 году казачья дружина Ермака выступила в поход за каменный пояс, так в ту пору называли Уральский хребет. Убив дружественного Москве хана Ядыгера, новый правитель сибирского ханства хан Кучум встретил казаков 10-тысячным войском. Отряд Ермака был в 500 человек, но дружина казаков была хорошо вооружена и дисциплинирована. В решающем сражении на Чувашском мысу хан Кучум был разбит и бежал в степь, оставив свой главный город – Сибирь. Несмотря на славные победы казаков Ермака, их силы таяли из-за непрерывных набегов ордынцев. В одной из таких стычек раненый Ермак Тимофеевич, переплывая реку Иртыш, утонул. После смерти Ермака казаки оставили Сибирь на 2 года, но потом вернулись с царскими войсками Ивана Грозного. Если вы хотите узнать больше об истории, подписывайтесь на канал.